Я подготовил песню, конечно, номера такого я не готовил. Просто сделаю такой романтический взгляд, надеюсь, этого хватит. А романтический взгляд будет настроен именно только на Нагиму, и надеюсь, что это ей понравится. Every moment spent with you in a moment I treasure. Я у твоих ног, спасибо не говори, в этом тебе помог Бог, его и благодари. You can lean your head on, you can lean your head on. I don't wanna feel real love, feel the home that I live in. Cause I got too much life running through my veins, going to flames. Вначале я был против него сразу, причем я даже его хотел с первого раза. А вот смотрел, скажем, Майкл Джексона показал, Майкл этого Джексон показал. Уже лучше, лучше, лучше. Чувак растет. Дым ушедших дней, ты поймешь меня, но с тобой не я. Ну что ж, они вообще себя с какой-то новой стороны открыли. Инструменталисты, вокалисты. И как, сам каждый из них как солист. Просто биджиз. Этакий. Биджиз. Бакстрит. Бакстрики такие все. Энсинки все такие. Я волнуюсь, если честно, я забыла текст даже. Я даже не знаю, что со мной, потому что я всю ночь не спала. Волнение очень-очень. Я даже, у меня пропал голос. Можно, Сан, пожалуйста? Что такое? Давайте быстренько сначала. Соберись. Я хочу запомнить, как смята постель. Я просто расстроен, если честно, то, что я выступил только что и что показал, и это целое было. Я просто разочарован, если честно. Моя преподавательница, учительница сказала, говорит, ты просто пой, вот как ты себя поешь, просто выйди на сцену и просто спой, вот потому что ты любишь. И сама кайфани, чтобы другие кайфанули.
двигается, и внешность, и манера, вообще завал. Вы шутите? Я не могу даже придраться ни к чему. Да у меня есть дофига чему придраться. Чего? Дофига чему есть придраться. Ну ты придирайся, это ты не вокалист, ты гитарист. Петь-то нужно правильно. Все правильно поет. Да нифига не правильно, там столько фальцов. Да дофига там, да по тону не доставало там столько нот. Ну, по нот. Было, да. Ну, для было. Живого извини, выступления ты, всей да, целой песни, окраска, два, она очень два кикса, мне есть кажется. Есть еще сильнее. Не, не киксов, но, она даже не практически. А мне не понравилось. Ну и все тогда. Так, освободите место для султанности. Поздно, поезд ушел.